Друзья, приветствую вас на канале Сибирь-38. Сегодня мы приехали на Богучанское водохранилище попробовать порыбачить на щуку и окуня. Но надеемся, будут трофейные экземпляры. Значит, мы приехали сегодня с Иваном и с Алексеем. Всем привет! Как настрой, парни? Мало выпили. Утро туманное, утро холодное. Значит, у нас Иркут... 6.00, а мы на реке, да? Да. Иркутскую область заволокло дымом. Нанесло, походу, с Якутии. Это было вчера. И второй день в дымке. Ну вот сегодня ребята второй день здесь на рыбалке. Говорят, вчера весь день был тоже дым. Ну все, мы стартуем, выходим в море, будем пробовать рыбачить. Да, рыбалка. Да? Здорово! Это, Дима, что-то рация, кричали. Прием. О, слышно? Вот сейчас слышно. Спиннинги собраны, пошли первые забросы. Начинаем рыбалку. У Ивана поклевка, взяла щучка. Сегодня новый подсак у нас. А как его? Не, он все, он собран, я же его собрал. Вываживайте. Ну, треха. Трешечка гуляет. Сила, да? Дома. И отцепилась. Ну а Дима и говорит, она это в подсаке слетает сразу. Ну какая. Треха. Нормально. Дай вырви бут. Да, Ваня. Ну такой достаточно большой подсак сразу. Смотри, вся покосана. И кровит сразу. Ну, вот такая первая щучка. Есть. Молодец, Иван. С почином. А ты, говоришь, не клюет. Оба, есть! Я тоже блесну поменял, смотри-ка, и сразу поклевка. Лех, блесну поменял, и сразу поклевка у меня. Но у меня помельче, по-моему. О, не! Давай влево. Ага, сейчас. Ух ты! Вправо, ух ты! Сейчас. Да хоть какой. Есть. Красота. Ну смотри-ка, тоже блесну, Вань, сменил. А? Вот, так, вот у меня такая стоит. Есть. Контактик. Опа, и смотри, опять выплюнула сразу. Подсаки. Стандарт какой-то прям. Что ты?
еще одна. Одинаковые прям. Нет, а ты в этот. Ну, взяла вот на такую. Взяла вот на такую блесенку. Темную. Но спиннинг такой жесткий. Да. Прям отлично отработал. Так, что-то удар был какой-то. Был удар. О, поклевка. Давай, 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 давай. Подсак дайте мне. Да, да, поймал. Вот это хорошо взяла тройник. Ух ты, ух ты, ух ты, пошла куда-то. Есть. Так, эту отцеплять придется долго. Ага, спасибо, Лёха. Давай, давай мне этот. Сюда рундучок. Как это называется, правильно? Сбала разбила. Экстра. Я так понял, вот этим? Не-не, экстрактор там. А он где? Ну вот там отверточка такая, типа, сделана. Хорошечная. Вот, всегда будет. За руку поймать. Да, конечно. Вот сколько они за день с рыбы съедают? Вон бакланов сколько. Стая целая. Вот развелось. Везде. И на Богучанах, и на Усть-Илимском, на Братском водохранилищах. Огромный стай. Вон еще, смотри, ряд. Ого себе. Вот это много. Поехали это на завтрак, полетели. Кучкуются. На кормежку, конечно, пошли куда-то. Ну вот ряночка уже есть, да? Опа! Ага, коряшка есть. Если продолжительное время не клюет, что мы делаем? Меняем блесна. Смена блесны сразу должна принести результат. Ну что, ребята? Алексей. Мой первый ребенок. Вот этот трофейный окунь. За такими мы сюда и ехали, согласись? Да. Надо, брат. Надо. Ну что? Я. Молодец. Ну хоть не щукой, но... Пришло и твое время. Клюнул?
Блин. Вань, ты тоже, да, на спиннинге? Ага, так. У Лехи поклевка. Вот только проговорил, да? Блин, у меня взяла. Ваня. Ну, у меня тоже взяла. Леху вытаскивай сначала. Так, у меня поклевка и у Алексея. Так, я держу свою. Опа! Ага, давайте, давайте. Давай, поднимай свою. Давай, да, она нормально. Давай, в дуплет сделай. В дуплет. Да, вижу, вижу. Блин, нету. О! Вот это красава! Дуплет! Красавчик, молодец! Ну что, Алексей, вот теперь тебя можно поздравить, да? Обрыбился. По-нормальному. Надо было просто разловить. Не говори. Считай, окуня поймал и сразу, да, щука взяла. На следующем забросе. Так, ну давай, цепляем аккуратно все. Мой трофей будет покрупней. Так, давай, помогай. Щуки здесь такие короткие, но очень тяжелые, толстенькие. Открывай, Лех. Ящик. Ну, открывай ящик. А вот и наши старшие товарищи. Лови, лови. Швартуемся, шварка есть. Все, 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 поймал. Шворочка есть? Пристегнуться? Нету у нас. Ну а чего вы пришли-то? Ну вот этой только есть. Как? Ну что, ребята, как успехи? Зачем ее держать? Илья Шаман. Дмитрий Дед Щукарь. Фигачат щуку, наверное, да? Есть немножко. Есть успехи? Есть. У нас я тоже. Сегодня, я сейчас дуплетом лупану. О, красавцы, молодцы. Да, вот тоже пару штук так дернули. Да, окуней. Я дуплетом окуня сейчас. Дима, на, да? Попера. Двух сразу окуней. На попера взял. А думал, что там крупняк, наверное, идет, да? Причем один сперва долбит, попера выдубает. И второй следом на второй крючок нам. Ваня сейчас на воблер поймал щук кенцию. Прям наверху взял, такая. Прям повернули. Ну так, выходами какими-то вот порыбачили, сразу пришли, тык-тык-тык. Потом все. На каждый заброс был окунь, на каждый, да? Заброс. Причем отпускали всех. Ну мы всех отпустили тоже. Не берем их. Ни одного не брали, да. А куда их? Ну что с ними? Они тухнут, как зараза. Мы вчера взяли на кило 200. Не, таких-то я бы это побежал. Я в том году на кило 400 поймал. Ясненько. Ладно, что, будем рыбачить. И мы разошлись, как в море корабли. 9.49. Все, во сколько на берегу встречаю? 13. 13 часов, да? 13 на берегу, жарим рыбу. Ладно, ни хвоста, ни чешуи вам. Продолжайте рыбалку в том же духе. Давай, давай, выводи, выводи. Ну хорошо, как водит, смотри. Ой, куда пошла? Вот она. Ох ты! Поднял. Свечка поднял, но близко, ну ничего. Ладно. Ну хоть поддержал, да, Лех? На кислоту. А я пробовал кислоту, кстати, не было ни одного удара. А у тебя уже две поклевки, да? Да ну. Сразу что? Ок. А, точно окунишка, ничего себе. Ты в том году на нее дубасил, да? О, прям, да, смотри, прорвало крючок. Угу. Блин, такой мелкий, нет? Огонь. Угу, была, подошла. Не, ну понятно, она уже не возьмет ее, наверное.
Опа. А, окунь, у меня окунь. Весь тройник взял. Что, будем окуней брать? Отпускаем. Так, у Вани поклевка на воблях. А. Ну да, давай, давай, давай. Выводи. Воблер, наверное, весь заглотила, да? Я прям видел, как она. Ага. Точно, смотри, воблер-то. О, красавчик! Под лодку пошла. Ух ты! Ванча! Сейчас погуляет. Ну да, на пятерочку, наверное. Давай. И смотри еще. Ну вот, Ванюха, наверное. Нет, давай только это, в лодку не закидывай ее, не надо. Трофейную, ну, наверное. Все, пойму. Все, сопляж будет. Давай, да? Сопляж. Так она сейчас от это. Чего? Да давай, что, сюда. Надо ее все равно вымучивать, потому что она весь воблер заглотила. Все, сама все снялась? Забирайте. Все, подожди. Отлично. Открываем. Сейчас давай, возьму. Вот такая, потом завешаем на берегу. Так, ну что, Ваня вот такую взял, щукенцию. Очень хорошая. Наверное, за сегодня самое крупное. Да вообще, ну, с этим все. Ну давай. Пятюнчик. Да он тебя в этом. Ну так она надо передать же, чтоб. Ребята, поклевка. Давайте, помогайте. Хорошая, хорошая, смотри, нифига разматывает. Да не тороплюсь я, помогайте. Ой-ой-ой, я поднять ее не могу. Фрикцион срабатывает. Ой-ой-ой, смотри, смотри, Леха. Не дает. А, вон она. О, хорошая. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего она что-то не делает. Тихо, 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 тихо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Держу, 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 гуляет. О, какая. А, ну такая. А в глубине больше, кажется. Так, а смотри, она, ну как, заводила. Такая же, как у меня. О, ничего себе. Блин, смотри, поднимай, поднимай. Все слетело, да? Смотри, сразу в лодке это, в подсаке отпускает. Одним крючочком за губу. А че уметь? Ну вот, то есть, делал проводку. Сначала был удар по блесне. Делаю второй заброс и поклевка. Ну не знаю, эта щука не эта, но... Это же, да, Вань? Но она не накололась первый раз. Промазано. Отлично. Ну че, Леха, давай. Юня. Хорошая. Открывай. Горбачок. Давай, давай, завод. Можно же прям с этим завесить. Да, мы потом повешаем. Завесишь. Да. Мало, отпусти. Нет, это, Ваня, больше, чем твоя. Ну ладно, вот есть. Да я говорю, давай. Еще трофейно. Да там завешаем. Ваня окуней долбит. Нормально. Ну вот, приобрел новую блесну перед поездкой вот таким цветом. Ну и обловил. Кондоровская. Сработала. Ну, на колебалочку. Медленная проводка была. Ну я-то думал, там маманя такая нормальная, Лех. Она водила-то, видел как? В глубину уходит сразу, ну.
у Ивана поклевка. Леха, ты помогаешь. Не, нормально. О, вот. Тоже хорошая, смотри. На ложку взяла. Ох ты, вот это доброе. Тоже смотри, одним крючком, да? Один крючок. Да, или что это? Да, одним берется, но краем. Ну, хорошечная тоже, Ванюх. Ну. Так, что, Алексей, поклевка, да? Давай. Поможем тебе. Ну что? Как? Крупная, нет? Не, ё, хорошая. Нормальная. Как не очень-то? Ого. Звончик. Давай, давай, давай. Слабину не давай. Ух ты! Вот что творит. Вот что творит. Красотка Джейси. Джейсика. Блин, она говорит. Давай, давай, давай. Вот, все. Поднимай. Дома. О, как так-то? Она нам подсак порвала, что ли? Давай выверни другой стороной. Какой друг? Подматывай. Подматывай, подматывай. Поднимай. Есть. Блин, она что-то... Что за подсак-то, блин? А, сейчас вывернулась леска, наоборот. Все правильно. Нормально. Все, и у тебя давай. Сейчас, она у Лехи. Что дать? Ну ладно, по трофею взяли еще. Эту вот цеплялку? Да. О, поклевочка, давай-ка. Хорошая, ну, смотри, он весь какой побитый. О, щука его, видимо, смотри, долбасила. Не. Вот это порезанный он. И он решил заброситься на твою блесну. О, не могу, подожди. Сейчас сам отпущу. Ну. Так-то можно было бы на жарёшку взять его, да? Перешли на колебалки. С утра вроде на вертушке брала, сейчас на колебалочке ловим. Поактивней окунь стал сейчас. Окунь, окунь. Ага. Видишь? В окуневый котел попал ты. Сошел. Приобрели новый подсак. Сегодня с новым подсачиком. Фирма Акара. Замок вроде крепкий, но вот этот кошел, он лесковый. И щука его прорезает. Вот уже две щуки у нас подсака ушло. Пришлось подмотать шнуром. Заделать дыру. Ну вот сейчас щучку вытаскивали, опять где-то новая дырка есть. Ну будем латать на берегу. Так ничего, пацачек нормальный уже, тоже свое отработал, да? Ну ладно, что, будем завязывать, да поедем на берег, да? Пообедаем. Да, будем готовить, где-то у нас второй экипаж там. А, вон они на выходе стоят. Будем собираться. Время 13 часов. Вернулись на берег. Взвешиваем трофеи. И что это щука? 7 килограмм. Вот такой у нас уловчик. Отличный получился. Будем чистить, будем потрошить.
А мне сдается, все-таки они ездили в рыб-бригаду, купили рыбу. Да. Она ж не шевелится, смотри. Конечно, все. Да. Я так и знал. Да. Ну все, мы занимаемся рыбкой, потом обедаем, отдыхаем и опять выходим в море. Но сейчас нужно переработать пойманную рыбку. Облежать. Мы управились с рыбой. Будем Рыковой обедать. Могу. Дмитрий тут, как всегда, готовит коронное блюдо. Ну что, Дима, рассказывай, что мы готовим. Все, что в прошлом году, Ваня. Все, что в прошлом году. Потому что это очень вкусно, да? Печенюшечка. Печенюшечка вот здесь. Уже готовая. Есть. А это, как обычно, хребты. Угу. Кукурузной муки. Они же вкусные, они же, да, вам нравятся. Да. Да. Чипсы. Чипсы. Щучьи щипцы. Чипсы. Красота. Чипсы. Да. Очень аппетитно выглядит. Так, что мы еще, наверное, салатик сделаем, да? Ну, ладно. Будем салатик делать? Конечно, надо. Есть помидоры, есть. Только помидоры. Еды набрали, я не, да, знаю. Да, надо. Мы-то на неделю сюда приехали. Мы так до конца недели здесь. Подожди, еще дождь не прошел. Сели отобедать. Кто-то у нас пошел отдыхать, кто-то спит, кто-то отдыхает. Ну а мы, самые стойкие, сели пообедать. Здесь все: Никита, Стас, Дюша, Метелкин. Да, все здесь. Сегодня мы обедаем рыбными деликатесами. Это хребты щучьи и печеночка, салатик. Ну и немного у нас салатика. Очень удивительный день получился. И вчера такой же. С Якутии пожары пришли, и они застелили все небо. Сейчас у нас как бы солнце над головой, а мы его не видим. Нам, в общем-то, не жарко. Как бы нам хорошо, а экологически очень плохо, конечно. Да. Как у меня с утра я достал, у меня ногу так, ну, вот. Давно такого не было, кстати. Несколько лет, да? Да, где-то лет 15 последний раз было. Сегодня еще полегче, а вчера было вообще. Вчера вообще туман. Было, кстати, жестко. Ну вот, ребята, вчера пораньше приехали, мы ночью пришли сюда. Так, а мы вчера ехали, мы обогнать машины не могли. Ну. Видимости ноль, да? Вообще видимость. Но мы тут где-то пару раз, да, Леха, получается, в низинку в какую-то спускаем. Вообще ничего не вижу. Нет, фарами. Вся вот это, все вот это творилось от Сахарова. Он хотел сказать: присмотритесь. Да, да, но да. Мы ничего не увидели, потому что действительно был сильный туман. И мы ехали от силы. Он по рации, мы с автомобилями переговаривались, чтобы пропустили, чтобы подсказывали, как ехать. Да. Потому что такого тумана мы просто никогда не видели. Всю дорогу от Братска до Усть-Лима мы ехали в одном сплошном тумане, поэтому ехали долго даже. Ну вчера в Братске часов с 10 вот эта вот гарь пошла. На воде тоже было. 6 часов ехали. Елки видели. На Усть-Илима. Деревья видели только. Ну, верхушка. Мы 8 выехали, в 11 были в этом городе. А мы выехали. А еще 3, а были в 9 в Усть-Илима. А еще заправки, видишь, заправки здесь бензина нету, только на Роснефть. Мы туда же ездили. Больше не все, все закрыто. Ну ладно, что, все равно все мы здесь добрались, отрыбачили. То есть у нас сегодня вечерочка, завтра день. Поэтому это все отлично. Это печень. Да. Давай. Всем, давайте. Всем удачи на воде. Приятного аппетита. Давайте. Будем здравы, бояре. Дима, Сережа, огромный привет, да? Ой, Сергею большой. Сергей, тебе большой привет. Ну. Серега. Холодильничек набивается. Да. Иркутск. Вот. Давай, держитесь, да? Да. Все, давайте, кушаем.
Здорово. Да мы только вышли, у вас что, как успехи? Вы как утром ушли и все? Не, мы утром-то вышли, 13 штук поймали. Ну и что, ну поймали? Тоже 13? Ну за день, да, получается? А. Ну сейчас попробуем. А что, сейчас перестало брать, да? Нет, вот буквально 10-5 минут, 10 назад, штуки 2-3 достали. А Крым попался синий? Да, да, прошел. Да, далеко они ушли? Да вот минут 10 назад бежали вот здесь, вот, наверное, дальше пошли. Вот. А. Еще пару лодок было. Не, ну Крым-то это наш. А Крым это... наш. А казанку не видели там какая-то? Красная, синяя, красная. А далеко ходили? Да, мы вот здесь. А, здесь. Желтые пресна. Только на них. Да. Ну. Ну ладно, поедем пробовать. Давайте. Удачи. Мы вышли на вечерний клев. Время 16:30. Сейчас пару часиков покидаем, порыбачим и пойдем обратно на стан. Жара понемногу спала, днем было 26 градусов. Вот сейчас солнце уже поменьше печет, но все же печет, да? Тепло. Причем, смотри, пробивает. Ну да, уже пробивает дымок. Глядишь, может за пару дней-то и рассеется. Ладно, будем пробовать рыбачить. Так, у нас у Ивана поклевка. В глубине взяла щука. Что, хорошего? Не очень. О! Дима, это заявка на победу, это на 8. Как акули? Зацеплено. Да я вижу краешком носа. Смотри, что делает. О, есть. Ванюха молодец, красавчик. Тихо, 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 тихо. Опа. Надо этот. Угу. Да. Все, все, все. Ага. Пацак убери. Ну так этот надо. Вот здесь под насосом. Она в этом, в ящике. Да смотрите. Сильная какая. А? На проводке надо. На проводке я не останавливаю, а смысл какой? Да, но она видит пробил. О, есть. Вечерняя щучка есть. Хорошая. Пятерик стопроцентный, наверное. Больше? Больше? Семера, наверное. Ну потом завешаем. А. Молодец, Иван! Да. Продолжай в том же духе. Мы за тебя рады. Ну я в том году вот на эту блесну на 1,5 килограмма поймал Ване окуня. Вот на эту, на шестерку. Такой прям окунище. Думали щука. Были экземпляры-то. Парни, поклевка у меня, ух ты, хорошая. Где-то взяла. О, пошла, пошла, пошла. Поклевка, поклевка. Поднимай.
О. Так, тихо. Выскочил. Сейчас, подожди. Из подсака выскочил. Сейчас давай блесну сначала. Ну, стандартная ложечка сработала. Ну вот подсак порвался, да? Ну, пробивает, видишь, что делать. Что, протаскивает? Это же правильно. Вот и я обрыбился. Такой щурек. Неплохой. На вечернем клюве, на закате дня. Что, Алексей, поклевка долгожданная? Да, давай. О, сейчас поможем. Поводи, какая-то хорошая, что ли? Что, плохая, что ли? Ну, что-то смотри, как тянет. Да-да-да, я подмотался, все. Ну блин, Ваня, как так ты прокараулил-то ее, а? Ты просто не дал ей подмотай, устать. Подмотай. Хороша. Подводи. Ах ты, мимо. У него катушки. Давай, его, Маня, давай уже. Керативненько. Молодец, Алексей. И на вечернем клеве ты отличился. Все по одной. Все, можем на стан ехать. Вечерняя рыбалка удалась. Можно заканчивать. Ладно, цепляй что. Что, друзья, время 20 часов. Мы вернулись с вечернего клева. С Лехой и с Ваней поймали по щучке. Другие экипажи тоже несколько штук взяли. Ну и сейчас мы будем ужинать, варим уху, будем отдыхать. Поставили ушицу варить. Будет у нас тройная уха. Здесь сейчас варится окунь, хребты щучьи. Сейчас мы это вытаскиваем и потом закинем сюда головы. А, так голова это уже четверная. Тройная. Четверная. Нет, а марлю что не считаешь? Сейчас тебя выкипит. Добавляем воды. Тут это надо убрать. Угу. Что надо? И отправляем туда голову. Леха, давай я пока камеру держу, а ты... Сейчас идем! Я убрал! Это тоже? Да. Все, это мы заложили голову и жирок щучий. Сразу же сюда отправляю картофель. В ушицу. Все, погода окончательно испортилась. И начался дождь. Вон, видно, по машине. Моросит. Да, надо все убирать. Ну это у нас сумка чайная. Пусть пока закипает. Уха доваривается. Отправляем лучок. Да я не ругаюсь, я говорю, смотри. И теперь остался у нас зеленый лук. И будем ужинать. Уху мы сварили.
Обойди. Тушим уголек. Навар отличный. Огонь. Все, снимаем костра, несем на стол, да? Уха готова. И дед Чукарь добавляет на зеленушку в уху. Дима молодец. Дмитрий вот, изготовил нам. Вот такая красота ушица. У нас получилась. Сейчас будем пробовать. Молодец. Все. Будем ужинать. Все, присаживаемся, да? Ну что, друзья, таким был день сегодняшней рыбалки. Значит, порыбачили мы отлично, половили щук, окуней. Окуней брали очень мало, в основном выпускали. Значит, сейчас сварили уху, будем ужинать, будем отдыхать. Ну а завтра будет новый день, завтра будет новая рыбалка. Посмотрим, какой она будет на завтрашний день. Вот сейчас, кстати, к вечеру дым немного рассеялся. Видно, утром вообще ничего не просматривалось на море. Ну а сейчас более-менее дымок. Может, дождь повлиял, что дым рассеялся. Может, как-то где-то ветер сменился, не знаю. В общем, мы заканчиваем сегодняшний день вот так вот. Все, увидимся. Завтра будет новый день, будет завтра новая рыбалка. Но видишь, учатся, встают в этот, в клин. Добрались до места рыбалки. Вот такая волна сегодня. Там на русле вообще штормит. И вот так вот на березу нас будет наносить сегодня. Аккуратно надо. Так, а это Дима, да, стоит, нет? Что-то нет, это пацаны, это Женька. Это Жека, а что-то Димка-то, где Крым-то? Ну ладно, пробуем рыбачить. Сегодняшнюю рыбалку начнем вот с такой блесны ложка. Вчера вечером на нее неплохо брала щука. Проверим, как в шторм, в непогоду. Сразу как похолодало-то на улице, да? 15, да? Ну вот 15 градусов с утра. И солнца не видать. Ладно, ребят, успехов вам. Что же, тычка была? Такой прыгаешь, но здесь хоть поменьше в кушерах, да? Немного, я думал, тут тоже будет шибко. Ну они под мыс встали, видишь, можно тоже, кстати, зайти туда, под мыс. Первая поклевка утренняя, да, Иван? Окунишка? Окунишка есть. Забагрился, причем. Кипит. Так, ладно, окуня увидели, да? Это что за всплеск где был? Ага, вижу, долго. Ты вертушечку поставил, да?
пойму, он не он. Да, две лодки. Надо вон туда, в затишок, зайти прям под мыс, под берег. Первая утренняя поклевка на воблерок у Вани. Ну, воблер-то весь заглотила. Ты, как отцеплять-то будешь сейчас? А, это, Лех, вон под тобой экстрактор. Так. Ой, заберёзы, я сбил. Хоп, у Лёхи поклёвка. Ох ты. Прям крышка. Есть. Ты меня толкаешь, мне нужно мало. Так, ты что, на эту поставил, да? На вертушечку? Чё, покажи-ка. Рафейчик. Где-то. Утро началось не с крупной щуки. Не торопи события, Алексей. Выводи плавно. Слабину не давай. Сейчас мы тебе поможем. Щучка, щучка, щучка. Ага. Что, обидный исход? Да, разочарован. Тебе не жалко? Хорошая была, хорошая. Конечно, что с ней мучиться? Отпустил, поймал, отпусти. Отпустил, не грусти. Размоточка полная, отличный заброс. Хлопок в воде. И ждем поклевку. Не. У Ивана поклевка. Ваня, ты с какой стороны будешь заводить? Ну давай, Леха, помогай ему. На, держи. Нормальная щука Педро. Нормальная щучка. Есть. Надо сброс, надо сбросить. Крым! А, Дима? Кричишь, мы тебе это, мы тебе отвечаем, а ты не слышишь. Это я крикнул, и вы услышали, да, сейчас? Нет, мы мотор ваш услышали. А то я крикнул «Крым!» Ну, нет? Ну и что, как успехи? Раз, 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 раз. Вот сейчас слышишь. А мы тебе? Раз, раз. Ну, близко, что ли? Давай, возьми нашу расу вторую. Да ладно вы. Ну так. Четыре. Но. Да мы вот как начали с мыса, и вот тут шаримся нигде. Так. Подожди, у Вани поклевка там. А мы тут подсак подвязываем. От предыдущей щуки. Ваня, пока я води. Или что, сразу берем? Да только начал подвязывать. О! Ну, уже хороший мой. Она одним крючком там сидит. Да, да.
Да, она прям вон лайка завалила. Все, отцепилась, да? Нормально. Так, я так и умел, просто спиннинг нормальный в руки надо. Ну, вот на предыдущей проводке был удар. А что ты думаешь, надо натереть, Ваня, да? Чтобы блестело, что ли? Лёхи, поклевка у нас в нашем экипаже. Так. Чё ты поставил, говоришь? Серегу шамана? О, какая, смотри-ка, хорошая. На дне. Ты бы это, подсачек взял. Ваня, на, держи. Давай, Лёха. Ух ты, ух ты! Там коряга, видишь? Заводи туда, под этот-то. Ты ей не давай как бы, ну. Ну давай, бери уже. Ну, еще есть. Лодку не мусор. Молодец. Вань, где там? А, ты убрал туда? Блин, это страшно. А Ваня, ты куда убрал? А, мы назад убрали, да? Дайте спиннинг мне. Возьми ее, пока она не идет. У тебя провода есть? Идем на сближение, идем на сближение. Так вот, учится же. Че? Че, может, за острова уйдем? Сейчас, что ли? Куда? Вот скоро Березовывать. Вот ты же с обеда говорил. А нам бен? Мне 25 еще. А че мы, блядь, будем бороться? Шагать. Спасибо за сопровождение, у нас бензина еще достаточно. Привет рыбакам! Как успехи? Успехи нормально! Рыба вообще ловится нормально! Такая вот! А где у вас который? Ваня? А, Ваня спит? Да. Ну ясно. Устал кидать спиннинг. Рыба вот такая ловится. Понятно. Так, Дима зовет. Подойти, да? Подходим. Thank you.
к стыковке, готовьтесь к стыковке. Поклевка окуня, да? Тройничок взял. Вот такой вот окунек. И до этого поклевка окуня была. Да не, да ты только зашел кого-то. Здравствуйте. Мы у вас идем спросить. Ага, не, мы только выезжаем. Что, сегодня пришли, да? Ну, что пришли? Там, на этом... Ваня, держись. Ой-ой-ой. Что там, много машин? С Мишей общались. Много машин? Да, с нами 16 было. На причале Миша опять, да? Да, да, он там все время. Я поцеловался. Да? Во сколько часов? 12, наверное, сижу, я попозже, пью, наверное. Возле крыла, возле правого. Сопение поворачиваешь, а он слева выходит ко мне, морда к морде, голову протягивает. Я ему в морду чай заматерился. Ну, маленький. Ну-ну-ну. Прошлогодний. Ну-ну-ну. Шастов. Ну вот, на видос. Да, про него он в этом, в интернете все эти. Ну, а по Римскому даже, говорят, сказали. Кошак его здесь на причале гонял. А, это здесь кошак гонял, да? Вот. Ну, я видел там. Видно, по причалу даже. У меня есть ролик, ну-ну-ну. Смотри, очень. Вася, успокойся. Вася. Туда. Вася. Не надо, Вася. Вася, успокойся. Это будет звезда Ютуба. Как зовут? Вася его зовут? Васька. Васька. Васек, позу. Васек, лапой по морде. Вася, не надо нам столько мяса. Ух ты. Ух ты. Васька, ну-ка иди сюда. Блин. Вася, голос. Добрый, 12-я ветка, причал. Потом смотрю, мужики пишут это самое. О, да это там, по-моему, да, это 12-я ветка. А мы с утра там были, налево, подальше там. 7 штук дернули вот утром, решили сейчас с обеда сюда проскочить что-то. Что-то тут покидать. Пойдем сейчас. Тогда внизу по Корешнику были. Да вот залив этот зашли, а правее проскочили. Вот туда надо, да, куда-то ходят, за остров надо вниз. Не, мы туда не ходим. Мы дольше хотя раз, мы вот все вдоль острова постоянно и в пустыню возвращались. Ну-ну. То есть от острова, ну, это да? Раньше, во всяком случае, предыдущие там куда-то. Ну-ну. В этом году мы вообще первый раз нам на... Ни хвоста, ни чешуи. Давай. Да. Главное, бухал. Он уже искупался. Да. А здесь хорошо, здесь нырять можно даже. Как омуту, да? А русло где? Там, наверное. А, тоже не знаю. Да это вот русло. Время 13 часов. Вернулись на берег. Утренний клев получился так себе. Да, Дмитрий Владимирович. Создали коалицию. Да. Мы с Ванькой против всех. И залием, сука. У нас не клевало. У нас не клевало вообще. У других клевало. Так, ну ладно. Мы клево, но не у всех. Ну. У нас все нормально. Да. Мы на берегу. Сейчас будем варить борщик на вечер. Уже нарезал. Овощи, капуста, свекла, морковочка. Сейчас картошку почистим. Ну и здесь мяско у нас. Так что мы сегодня будем обедать или ужинать борщом. И на ужин у нас приготовлен антрикотики. Да, Дима замариновал антрикотики. С приправкой из бахчисарая. Вот они вот здесь вот.
Будет вкусный шашлычок. А приправка вот она какая. Вот это вот. Аджичка. Ну и все, сейчас нужно сделать небольшой перерыв рыбалки. То есть часов до 4-5 мы будем на берегу отдыхать. Ну, ребята, кто-то уже спать лег в палатке, в машины. Отдохнем, пообедаем нормально. И в 5 часов мы опять выходим на воду, будем рыбачить, пробовать. Потому что сейчас уже как бы клевать перестало. И снова вот сегодня накрыло дымкой от пожаров. Видно, вот дымочка стоит. Парни, говорит, она говорит, 12 пришла, а сегодня утром ходила здесь. Я рыба подкормил, Жанин, она сегодня пришла, я стопа. И один день не могу, собаку, не говорит, он все любит. Я думаю, не... она не лишь, схватила. Ну, лисенок, говорит. Ну. Сразу, ну. Готовим ленивый борщ. Обжарил мясо. И теперь обжариваю морковку, лук. Я сюда отправил мясо обратно, которое обжаривалось заранее. И сейчас оно маленько покипит. И будем отправлять овощи туда. Капусту, свеклу, поджарочку. Это ленивый борщ называется. Мясо закипело. Бурлит хорошо. Отправляю сюда капусту. Пусть проваривается. Готовим мясо. Вечер. 9:45. И мы готовим мясо. Мы счастливы! Дмитрий у нас готовит мясо, которое мы мариновали днем. В аджике с этого, да? С Бахчисарая. Если он что-то неправильно делает, у нас всегда есть рация, и мы всегда можем переговорить с ним. Да, и подсказать можно. 205, как мясо. Да. Доходит. Спасибо. Ну. Принято. Так, как вечерний клев-то прошел? Никак. Никак, Дима? Вот ты-то поймал, взял щуку? На 2,5 килограмма одну. И все? И все. Ну а окуней мог надолбить вот такую бочку. Я брал 2 двойных. Игорь, как у вас? А мы по крупняку мы заглубляем и пытались. Это, там, кстати, штиль прошел. Вот прямо. Ой, говорю, штиль прошел. Рябь прошла. Штиль. Прямо тихо-тихо. И вот эти лодки рядом вокруг будоражатся, крутятся, поставят вот это, крутятся и понимают, что. Клевок ни у кого нет. И все выжидают, там кто-то наклоняется, я смотрю, вот. Все ездят, рыщат, блёсна, да? Блёсна меняют. Тыр-тыр-тыр. Но я думаю, что, наверное, сегодня рыбалка закончилась, и завтра она закончится, потому что переход Луны и всего остального. Но завтра парни поедут же, посмотрим. Может быть, будет хорошо, подведем. Ну, будем пробовать. Как говорится, будем пробовать. Леха, ну а вы-то как сходили? А, Алексей? Друг мой. Все отлично. Вы-то отловились. Я поймал маленький. Наш экипаж, как всегда, в приоритете. Это была маленькая. Остальные просто шмотки были. Мы, говорит,
маленьких отпускали, а больших в спичечный коробок складывали. Ну. Уже 2-килограммовые, они здесь как-то так стрёмно смотрятся, да? Правда? Да, да, вот этих мелких. Ну да, такую двушку поймаешь, уже как бы она некомфортно смотрится, да, действительно. Первый был, мы завесили по 2,5. Ну. Вон Вир шоу где-то. Там, а там 2,5 за счастье. Да, да. Нужно 2 тарелки положить. Вот так вот. А как она под лодочку идет? Господи, ребята, это же это что-то. А потом всю зиму ты вспоминаешь, как она тебя туда сильно. Вот и ради этого надо ехать и надо быть. Э? Она, кстати, очень активная при клеве, мне понравилась. Вот каждого прямо до того активного. Ну, нет, да, а вначале... За этим счастьем мы едем, правильно же? Вначале идешь ее. О, маленькая. Клоги, подушка, газ. Мы, во-первых, едем за единением с природой. Да, я говорю, вначале-то идет еще. Где нет никого. А она еще ведь есть только спокойствие. Знаешь, вот как будто это окунство. Правильно, Иван. Ну и когда поклевочки идут, да, это нас то радует же. Потом просто чистить ее надо. Вот проблема. Переработать. Да, да. И у всех есть морозильные камеры. Есть? Да. Жарим мясо, ужинаем и завтра пойдем на рыбалку. И завтра пойдем. Ребята, когда здесь мои сюда знакомые поехали сюда на рыбалку, еще гораздо раньше, и они мне говорили: Игорь, там щука, она какая-то злая, как собака. Я про себя так думал, как это может быть злая, как собака? А вот когда начал сюда ездить, и это вот реально, она то ли, она как бы то ли или свое место охраняет, или еще что-то. Ну, это что-то и активное очень. Поэтому, ребят, если есть у вас возможность, Приезжайте сюда, и рыбачьи. Вы увидите, что это вот действительно это правильно. Багучанскую щуку. Да. Бак. Вот здесь щука, да, действительно такая. Она короткая, ну как, да, и увесистая, реально. Здесь нету щуки. Она очень вялая и где-то 500 грамм. И не клюет. Ну все, вот так вот. Сценарий надо писать. Иван, можно я еще минуточку для твоих подписчиков? Ребят, вы все равно все сюда ездите, все отдыхаете, все ловите. Ну, пожалуйста, заедьте в ленту, купите вот такие мешки. Да. Но не мусорьте, да, пожалуйста, да. Увезите с собой. А иначе через 2 года тут остановиться негде. Да, мы постоянно с собой берем мешки, убираем. Да, вот, пожалуйста, вот. Куча мусора, конечно, это маленько депрессирует. Мы за здоровый образ жизни. Сегодня видели, вот там вот мешки. Ну, ребята приехали, как бы вроде с мешками, да, но они их не вывезли. Они просто собрали вот такие мешки и оставили здесь. То есть вывезти сложно. Но это не трудно. Мы завтра этот мешок соберем с собой и повезем. Мы отсюда свой мусор забираем. Но заканчиваем все на позитивной ноте. Рыбалочка сегодня удалась. Все отловились нормально. Особенно ты. Да. Ужин у нас просто прекрасный будет. Принцесса была прекрасная. Я говорю, Шенгель, погода была ужасная. Главное нарушение, огонь открытый. Нормально. Да. Ладно, будем ужинать. Завтра будет день, завтра будет рыбалка. Вышли из бухты. Ух ты. Пришли на новую рыбную точку. На предыдущей точке не клевало.
будем пробовать здесь. Вот эти точки ставить на GPS. О, есть поклевка первая. Утренняя. Краем зацепилась вообще, Леха. Да не, небольшая, но давай вот сюда вот. Есть. О, видишь? А, сейчас уйдет. Подсакивает он. Нет? Выплюнула блесну. Ну, краем, говорю, цепляется. Что-то удар-то был такой совсем. Ты блесну сначала бы снял. Ну, давай так. Между вот этих коряжек кинул вот под то бревнышко. Вот отсюда вот. На кислоту сменил. Ложка кислотная, Ваня. Такой небольшой тычок, тык. Удара-то не было даже. Благодарю. Продолжаем рыбачить. Окуневый котел. Первые поклевки утренние. Давай окуней возьмем хоть. Да давай подсолим, что. Такие окунишки. Горячая рыба-то горячая. Ну. Погода начала портиться. Пошла волна. Лодку несет быстро. Не успеваем покидывать. Пару забросов и все. Сейчас разболтает, вот вообще, да, будет. Так, поклевка прям где-то в нихуя в море взяла. О! Есть. Не дает подвести. Че она висит-то? Не могу подтянуть. Отлично! Отлично! Заводи бегом! Все, оторвал! Колебло! Колебалка! Ну, трешка, наверное, где-то. Четверка! Нормальная щука дома. Подсак весь разлохматило опять. Ладно, только сказал, что рыбалки не будет, да, в море. Бам, удар такой. Ну, везде. У вас что? Я. Поклевка в море, это называется. При бушующей волне. Опа! Да, да, я же говорю, щука сидит. Поймал. Поймал. Ну, парни, куда? Че вы, помогайте? Давай, давай вот отсюда, вот. Есть, кислота опять сработала, смотрите. О, и опять. И опять отцепилась. Сразу блесну кидает. Вот на море вот такой шторм поднялся. Волна. Очень быстро к берегу нас сносит, к этим кустам. Отходим. Вот нашли поле такое, отходим в глубину. И прокидываем. Забрал. Спасибо. А ветер очень холодный, кстати. За все эти дни самый холодный ветер сегодня. Время 9:30, все, мы закончили рыбалку, собираем спиннинг. Море штормит, волна большая, будем уезжать, пойдем собираться.
надо домой ехать. Сейчас пока лодку соберем. Не дает порыбачить сегодня волна. Несет на эти деревья, на все. Выходим. Ну штормит, разбушлатило. Закончили рыбалку, собираемся домой. Дима уже катер загрузил, вытащил. В общем, вещички сейчас загрузим и поедем. Так, сегодня мы поймали щук. Их повезем домой свежие. Вот перечистили, всю потрошили. Ну вот и так бутылки со льдом лежат. Сегодняшний уловчик свежий домой поедет. На котлеты, на жареху. Доедет. В Арктике очень прохладненько. Ну а море по-прежнему штормит. Волна большая. Вовремя вышли. Там-то вообще вон на русле барашки идут. Ну рыбалка хорошая получилась. Отлично отдохнули. Пойдем грузиться, собираться. Ну что, мы загрузились все. Выезжаем. Сейчас нужно будет нам подниматься вон в ту гору. Дима штурмует подъем. Ладно, догружаемся и будем догонять. Собрались. В общем, уезжаем. Полянку оставили чистую. Ни одной банки, ни одной склянки. Мусор мы с собой вывезли. Ну а ребята, конечно, вот так вот делают. Приехали сюда, привезли, побросали все. В таком вот состоянии берега у нас. Весной по льду мы заходили вот здесь вот. Ночевали в этом месте. И сейчас здесь вон мешок мусора стоит. Вот мешок мусора стоит, то есть люди собрали в мешочек и оставили на берегу. Вот там вот мусор оставлен. И вот здесь под бережком кучи не вывозятся. Было бы место, конечно, можно было бы забрать, загрузить, но места нету. За всеми не уберешься. Люди сами должны думать и убирать это все, увозить. Поднимаемся в гору. В колею стащило. Да, при дожде-то здесь будет сложновато подниматься. Сейчас покажу сверху вид какой. С этой горы, с этой сопки. Вот мы, получается, поднялись снизу, стояли вот там внизу, вот такая вот гора. Но дым, да, воды не видно. Хотел показать Ангару, бывшую затопленную. Там два острова видно, красота. Уже нет Ангары. Нет Ангары, да. Есть вот здесь болото зеленое. Делянка какая-то была. Туда профилек какой-то идет. Ну, в общем, вот так вот. Едем домой. Уставшие, но довольные. Да, отдохнувшие, порыбачившие. Покусанные комарами. Да. Двое суток будем отходить. Да. Ладно, едем до города. Братска. Всем спасибо за просмотр. Всем ни хвоста, ни чешуи. Заходите на канал Сибирь 38. Подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Все, увидимся.